Цзэбянзыхао. Мы находимся в провинции Гуанси, в деревеньке, которая называется Кудинцун. Здесь выращивают кудин. Кудин, как вы знаете, бывает двух видов. Один – это такие маленькие мелкие весенние листочки, или кудин шуйсю. Вот, его делают сычань, а другой – это такой, вот такие вот деревья, падуб, которые, как правило, вот, ну, основные посадки, они вот примерно такого размера, то есть это не какое-то большое дерево, довольно низкие такие деревца. Вот, а собирают с него кудин веретено. Вот, сушат его на солнце. Вот такие вот огромные здоровые листья. Вот, здесь, кстати, очень классная природа и погода. Я думаю, что в очень хороших условиях он выращивается. Вот. Кудин, он, как вы все знаете, очень полезен для здоровья. Это такой, скорее, общеукрепляющий, оздоравливающий напиток. При простудных заболеваниях он весьма хорошо помогает. Вот. А кроме того, еще именно дерево, вот этот, то есть падуб, да, это родственник, причем не такой далекий, южноамериканского мата. Поэтому он имеет еще и довольно сильные тонизирующие свойства. Вот. Ну и как бы еще можно кудины некоторые заваривают его вместе с чаем пуэр. А мы давно, в общем-то, собирались сюда приехать, поэтому у нас долгое время не было в ассортименте именно этого чая. Но наконец добрались и сейчас будем выбирать самый хороший. Yeah.
Лайя. А, Оман Лайкан Лаймай, да. Инвей Оман Майсу Дзэдзичу Пай Дзэмадзо Пай Гуангао, нега. Пай Гуангао. Инвей Эласа Дэжэн Путай Жэншу Дэ Гэнджэга Шэтинса И я Майсу Дзэйшау Ися. Находимся в деревне Кудин,